И все, привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен супер-мега-крутейшему замечательному вооружению. И сегодня мы попытаемся реализовать хоппера-жигу в регби. Это самый бомбический, возможно, момент в моем замечательном видосе, потому что я сейчас уже пытаюсь доставлять первый мяч. Это самый должен быть быстрый бой в матчмейкинге и самый быстрый короткий видеоролик игрового формата. Именно это вооружение позволяет вам доставлять быстро мячи, зарабатывать безумно большое количество кристаллов за короткие сроки. И в тот самый день, когда вы смотрите данный видеоролик, уже начались у нас повышенные фонды. А это значит, что именно на данном вооружении вы максимально быстро и эффективно можете зарабатывать большие горы кристаллов. И я надеюсь, что именно в этом бою мне удастся все-таки показать тот самый мега крутейший и быстрый результат. И я сумею доставить прямо сейчас еще и вот этот мячик, пожалуйста, 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 я должен его доставить, я должен его доставить, я должен его доставить. Есть! Контакт, это 2 мяча за минуту, и нам нужно доставить еще всего лишь 3 мяча. Порядка 1,5 минуты на это нам потребуется. Если это сумеет максимально грамотно и эффективно реализоваться, я буду безумно рад. И это будет самый быстрый матчмейкинговый видос за всю историю танков онлайн. Мы подбираем третий мяч. У меня есть шаф на прицеле, который меня уже хочет чпокнуть. Есть мамонт, который хочет мне прожать овердрайв и просто нагнуть меня, как лоха нулевого. Но я делаю стрейф левый и обхожу всю эту темочку и доставляю третий мяч. У нас прошло минута 45. Мне нужно прямо сейчас отправиться на респ. Ну ладно, меня никто не респит. Если меня никто не респит, значит, мне надо жить. Ну, либо просто сейчас упороться в этого Гаусса, который должен нанести по мне урон, а он не наносит. Хорошо, мы уходим на респ. Прошло 2 минуты, у нас уже 325 очков. И нам нужно прямо сейчас ехать и подбирать следующий мячик, пока у мамонта не появился овердрайв. У него его нету. Мы делаем подбор мяча, делаем легкий стрейф, обходим Титана. И теперь нужно просто-напросто доставить прямо сейчас четвертый мяч. Я прожимаю овердрайв, потому что у мамонта мог быть овер, и он бы меня бы схавал, и я бы не доставил сейчас самый быстрый свой мячик в истории танков онлайн. Поэтому я лучше не буду рисковать. Пытаюсь сейчас прямо опять же уйти на респ, если меня мамонт, конечно, сольет. Меня сливает другой мамонт. У меня 400 очков за 2,5 минуты, что является нереальнейшим крутым показателем. И я надеюсь, что я сумею прямо сейчас таким же самым быстрым способом доставить еще один мяч. И если это все дело реализуется, и мамонт не прожмет овердрайв, а он прожимает его, и это сейчас может быть уже не самая быстрая катка, если мамонт доставит этот мяч. Но я успею заблочить его, я успею его заблочить, я успею его заблочить, я успею заблочить, я успею теперь прямо сейчас забрать этот мячик. И теперь легким стрейфом мне надо обмануть этого Титана, который думает, что я поеду направо, но я поеду через центр. Он все-таки не спрыгивает вниз, но я делаю обманочку, еще одну обманочку, вжить, просто жить, просто жить и просто доставлять, жить, доставлять, жить, доставлять. Есть хорошая каточка, и это самый быстрый матчмейкинг видос. За порядка 3 минуты я зарабатываю 2000 кристаллов, что при дополнительном X2 фонде это уже 4000, и это самый быстрый и короткий матчмейкинговый видос, который когда-либо записывал. Вы не представляете, с какой попытки у меня все это дело произошло, но так как большинство игроков не досматривает уже видос до этого момента, то, наверное, никто особо даже об этом и не знает, то что это уже, я не знаю, какая 7-я, наверное, или 8-я попытка. Поэтому всем спасибо, друзья, за просмотр данного видеоролика. Это самый быстрый матчмейкинговый видос. Если вы хотите что-то подобное лицезреть на подобном канале, то прожимайте обязательно лайки. 200 лайков набираем, возможно, когда-то вы увидите что-то подобное, либо вы увидите те самые не получившиеся дубли, из которых у меня нереально жестко сгорела срака. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.